пару слов и начнем уже играть. Еще раз добрый день. У нас сегодня первый этап такого пробного аматорского турнира. Но идея в том, чтобы, наверное, люди, которые либо только начинают играть, либо уделяют бильярду не так много времени, чтобы овладеть каким-то серьезным мастерством, могли играть между собой, чтобы был шанс выиграть у всех. Поэтому старались максимально отсеять игроков, для которых бильярд – это жизнь, это бильярд – это работа. Я думаю, у нас есть... В принципе, это удалось. Много юных игроков, которые занимаются по полгода, по году. Много взрослых, которые по вечерам играют не более чем в свое удовольствие. У нас 40 человек на 5 столах, поэтому будем очень оперативно играть. Вчера была сделана жеребьевка. Все игроки разбиты на 8 групп, 5 человек. У каждого будет 4 матча, то есть наиграются, думаю, все. Составлено расписание, которому мы будем следовать. Приветствуем Константина Владимировича, сейчас я договорю о расписании. Значит, мы играем в свободную пирамиду, в американку до 2 побед. Из группы выходит по 2 человека в олимпийку в 1/8 финала. При равенстве очков, значит, следуем так. Количество побед, разница партии и личная встреча. Ничего нового. В 11 первый заход, 5 матчей, и дальше в 11 каждые 45 минут. Просьба всем внимательно ознакомиться со своим расписанием и хотя бы минут за 15 до указанного времени появляться в клубе, потому что матчи могут заканчиваться раньше, будем ставить сразу. Слово Косте Сердюку. Я хочу поблагодарить, во-первых, конечно, директора и хозяева этого клуба. Я не вижу... Нет, дарит. Еще не заводчики. Они приедут, обязательно посмотрят за то, что нам предоставили этот зал. Вот. Компания «Глюген», которая является тоже, скажем так, организатором, соорганизатором этого турнира. Вот. Здесь есть у нас Дмитрий Сашко. Подойди, пожалуйста. Там я хочу поприветствовать. Это руководитель Лиги аматоров. Приветствую. Этот человек вместе с «Глюген» разработали, то есть, как бы стратегию, как мы будем развивать бильярд. Среди аматоров, да, в течение года. Вот. Идея понравилась, идею мы поддержали, и как бы, в чем она заключается, да, более расскажу более глубоко. То, что есть начинающий уровень, вернее, был начинающий уровень, начиная по системе ЛЛБ, рейтинг ЛО, да, называется? Да. А как расшифровывается? Это не расшифровка, это имя, это фамилия Арпад ЛО. Математик, который в свое время сделал этот рейтинг, если не ошибаюсь, еще в 40-х годах была разработана система, первоначально для шахмат она разрабатывалась. Мне уже 6 лет назад Лига любителей бильярда ввела этот рейтинг для как бы, максимально объективной оценки сил игроков. И мы с Костей приняли решение в этом турнире поставить границу 750 очков. Рейтинг ЛО – это максимум, который может быть для игроков для допуска в эти турниры. Чтобы вы понимали, что такое 750, скажем, ну, у Олега Галушка, да, которого все знают, нашего, 1100. У мастера спорта, допустим, женского, скажем, Маша Точино или Алена Афанасьева, это 1000 очков. Здесь еще на 250 пунктов меньше. 100 очков – это, в принципе, один шаг. То есть, если один уровень. Да, рейтинг, допустим, разница в рейтингах 100 очков, то есть можно давать фору 80. Ну, в общем-то, и аматорская лига, она после того, когда мы проведем этот турнир, появится рейтинг. И идея заключается в том, что сотня – это как бы одна лига, ну, скажем так, 100 очков – это будет последняя лига, я так понимаю, шестая, да? Ну, примерно шестая. Ну, да. Лига, да, то есть шестая, 100, пятая, 200, четвертая, 300. И до тех пор, пока люди не выйдут с нее, да, чтобы аматор, который участвовал в турнире, это восьмерка аматоров, которая определится лучше, да, она осознанно, внутри в голове осознанно должна понимать, что все, я готов участвовать в турнирах любительских и чемпионатах области. Про свою работу начинаю заниматься бильярдом. Хочу поблагодарить также, у нас есть партнеры проведения, это сеть кинотеатров «Киноленд», вот, и «Глюген», и сеть кинотеатров подготовила подарки. У вас будет возможность сходить в кинотеатр бесплатно и
и получить мелочек в подарок. Вот. Мелочек хороший, качественный, так из украинского вида, но не камень. Вот, вам, участники, хочу пожелать всем хорошей игры, хорошего настроения, скажу даже так, кайфа от игры. Да? То есть приучайтесь к тому, что эмоции будут вас переполнять, вот, вы, скажем, психологически еще не готовы, скажем так, контролировать свои эмоции во время игры. Да? Вот, поэтому единственный вам совет – это научитесь получать удовольствие от игры. Вот именно в этом состоянии будет все получаться. Хорошо, игры вам. Ребята, еще одно маленькое замечание по регламенту, поскольку, я уже сказал, людей много. Опоздание на матч на 5 минут – это поражение в парке на 10. Матч заканчивается, техническое поражение. Я объявляю сейчас первые пары. Я еще хочу сказать слово. Значит, смотрите, к нам рвутся на все наши чемпионаты, рвутся уже спортивные каналы. То есть наши харьковские хотят нас видеть и показывать, транслировать нас по телевизору, но с такой формой одежды я не могу их пригласить. Поэтому вот с сегодняшнего дня форма у аматоров — это поло с воротничком, это штаны или брюки темные, это мокасины или кроссовки темные. То есть можно поло, в принципе, и другого цвета, но самое главное – однотонное. Вот у аматоров такая форма. Рубашки классические, например, да, формы, в следующие разы вы можете не одевать. Поло. Понятно? Вот с такой, если так мы будем все одеты, тогда будет телевидение. На чемпионаты любительские мы еще с Константином Титовым и с Русланом Коренко обсудим этот вопрос формы. На чемпионат Харьковской области тоже обсудим. Может быть, такая форма и будет разработана вообще как бы для всех чемпионатов, потому что она удобна. Классическая форма надо приучаться, потому что если ехать на чемпионаты Украины или Европы, мира, да, то там, конечно, классическая форма будет. В Харьковском регионе мы будем думать как бы по форме, как лучше. В принципе, идея с пола вас устраивает или все-таки как бы классика? Классика. Да, классика. В классике же неудобно играть. Да, хорошо. Ну так культурно. Пола тоже культурная. Ну а снукеры видели форму? Она же не просто так придумала, я думал, она придумала, потому что удобно. Так, все, удачи. Удачи на турнире. Слушайте пары. Так, слушаем первый закон. Ребята, секунда внимания. Первый скок. Жанович Капанов. Второй скок. Немцев Бойко. Третий скок. Попов Гура.